вот и рябь пошла с Голубого залива. Видишь, Сань, вышли в 4 часа в штиле, гладь была. А сейчас все рябь кругом. Жалко, сегодня Тарасы выезжают. Пойдем прощаться в 10:00. 7 часов утра. Ты что, Сань, хочешь на рекорд идти, что ли? За 3 часа 4 рыбки. Ой, Таня поймала настоящего подлещика. Его даже жарить можно. Пятый, Сань. Запутаешь. Не-не-не, аккуратно, я уже. Давай, отцепляй его. Смотри-ка, у тебя мормышка блестящая, хорошая. Классно. Вот она так плыла. И подцепилась на крючок. Свеженький червячок. Фу, Сань, прям это утомилась. И вот провожаем наших друзей Тарасовых. Андрюша. Надеемся, скоро увидеться. Да, обязательно. Мы хорошо похудели. Слезы на глазах. А вот их не самые больные идут. Надюша, крепись. Еще немножко. Через 2 денька и нам уезжать отсюда. Все, Андрюша поехал. Надюшка, поправляйся. Леночка идет пешком, Ванечка пешком идут. Мы их провожаем. После обеда мужчины наши пошли чистить рыбку. Сегодня на ужин порции 5 мы пожарим. Эх, Танюша, твой самый крупный лещик в речке будет. Да ты че, правда? Да. Это же у меня 5-я порция. Мы сегодня наловили много. Всем спасибо. Как приятно рыбка сидит на сковородочке. Вперед, Сань! Вода прогрелась, классно вообще. А там вдалеке Голубой залив. Завтра туда поплывем на экскурсию. Кто знает, когда мы тут еще будем. А Максимка у нас на гитаре умеет играть. Максим, давай нашу любимую. Давай! Каринка рада. Ой, пошла в пляс. Хорошая у вас подтанцовка. Кажется, платить еще мне. Сейчас весь Голубой залив соберется. Я шапкой пойду собирать. С панамкой. Мы с папой на лодочке, нас качает на волнах. А вот мысик наш. Сейчас будем тут загорать. Как горная козочка скачет, как будто ей всего 3 годика. А на самом деле ей уже ого-го. О, куда вскарабкалась. Я здесь, Настор, привет! Молодец, Эльбрус ждет тебя. А и тут находится частный ресторан «Фортуна» со своей лодочной станцией. И рядышком маячок. Вода теплющая, на пляже как никогда много народу. Вечер, суббота. Мы играем в волейбол снова. Тут сегодня соревнования между российской командой студентов и Казахстана. Мы сидим, болеем за наших. Но что-то у нас не получается.
Россия, вперед, ребятки! Сетку давай, сетку! Не давай! Дима, давай подачу! Красавчик, Дима! Мы тебя любим! Мой! Это наши противницы, болельщики за Казахстан. Подачу давай! 7 часов утра. Лёва нет пока. Сидим, загораем на солнышке, на лодочке нашей. Становится грустно, потому что завтра у нас отбытие из Бухтармы. В пятницу у нас была самая хорошая рыбалка. По крайней мере, мы с мужем поймали 25 рыб. А сегодня только 8. Мы их каждый день поштучно считали. Один только Володь нас не подводил. А сегодня как клюв? Нормально был, Володь? Сегодня клюв был изумительный. Ты три рыбы поймал. Но не шла рыба, не шла рыба. Ну клев-то был. Клев был, а рыба не ловилась. Так бывает, да. Идем на последнюю рыбалку на Андрюшкины места. На скалке. Время 10:00. Давай, тащи. Давай, 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 давай. Что это у нас? Вот он. Подъязок. Не упусти. Радость ты наша. Уже не первый, да? Ну покажи моего золотого. Золотого не видать. Все. Вот они, мои родные. Вот после плова мужики опять собрались на Андрюшкины места. Без езей не приходите. Хорошо. Сережка поймал 15-го подъязочка. Никак не может крючок вытащить ему. Пусть не крупненькие, но пойдут нам на тараночку. Понедельник, 23 июля, 7 часов утра, сборы. Вычищаем домик к приезду новых жильцов. А мы уже отдохнули свою неделю. Все, наши машины подъехали. Хорош, Сань, хорош. Сейчас укладываем вещички и прощаемся с нашим морем. Чтоб вернуться еще раз в голубой залив, киньте денежку через плечо. Молодцы. Осталось 1 минута до нашего отправления в Усть-Каменогорск. Спасибо за отдых семье Морозовых. Отправляемся. Моя родина, горы, сосны, тополя, дорога в гору идет, вот, все отлично.
Поехали по серпантинам дальше, Сань. Вперед! 22 июля, 10:00. Мы последний раз приехали к дедушке на дачу. Завтра в 3 часа утра у нас отбытие из Казахстана. Потому что ждет нас Машенька, Димочка, Калинин. Готовимся к 4 августу, к их свадьбе. Лебяжье, или по-казахски Аку. Тут большое соленое озеро, где очень много лебедей. И тут одна из немногих заправок на участке Семипалатинского вода. Девять вечера, мы в Кустанае. Страшная ветрюга, остановились почистить стеклышки. От всяких насекомых, мух, а то будет все нам слепить в ночь. Сейчас я еду. Немножко я привалила, плюс 38 у меня температурка. Все, почистили, поехали. Все, едем, давайте. Часов утра, 26 июля. Мы проехали в город Сим. Сейчас ремонт моста. Ждем, одностороннее движение идет. Уральские горы. Мы под Уфой остановились, чтобы заправиться. И через 10 километров будем завтракать. Сережка еще дрыхнет. Я уже поправилась. Сергеевск. У нас спустило колесо. Сейчас надуваем. Это Сережка быстро мчал и проколол. А я пока наслаждаюсь природой. Проехали Ульяновск, расположились в Березовой роще. До Гавердова 700 километров. Ну, Машенька, мы сегодня приехали в 3 часа ночи из Усть-Камана. Как ты нам рада? Очень рада.